Bakın. Сопротивляется попыткам перевести его в общественное. Итак, у нас сейчас отрывок текста с немножко сумбурным переводом, половина которого будет вообще Google Translate, который в этот раз отличился в хорошую сторону. Мы продолжаем с вами нашу серию уроков по статье Равкука «Служение Всевышнему». И у нас сейчас интересная идея, которую Рав будет излагать. Идея очень интересная, по крайней мере, для меня. Но чего я абсолютно не понимаю, какое она отношение имеет к нашей статье. Это мы попытаемся понять все вместе. Сегодня у меня получилось из-за недостатка времени и всего остального выполнить просьбу Андрея, старую уже давнюю. И у нас сегодня получился текст «Иврит напротив русского». Вот, и меня тоже положительно удивил Google Documents. У него получилось развернуть нам только один лист из всего не вдоль, а поперек. И нам это очень сейчас помогло. Значит, мы начнем немножко, как мы с прошлого урока. Как вы помните, Рав упомянул намеком теорию развития, теорию эволюции. Сейчас Рав начинает эту тему продолжать в очень интересном направлении. Теория эволюции, она утверждает по-простому, что у нас идет поступательное движение, медленное поступательное движение. Потихонечку все улучшается, поднимается и исправляется. Рав хочет сказать, что это было бы, как это, бедно слишком удовлетвориться только идеей, а постепенном эволюционном развитии. Должно быть также место для скачков, революций. Итак, развитие происходит у нас в конце концов, да, как какие-то перемежающиеся этапы. Развитие эволюционное и скачкообразное, эволюционное и скачкообразное революционное. Теперь, это уже у Рава не написано, и, видимо, Рав этого не знал. Во времена Рава теория эволюции, да, появилась как научная теория, но действительно она себе представляла развитие как постепенное эволюционное развитие. На сегодня, с научной точки зрения, теория эволюции, там... А это уже не видно, как такая вот простая такая подъем в горку. Там тоже есть скачки. И скачки сегодня – это часть теории эволюции. Например, я приведу два примера. Первый пример – это то, что называется горизонтальный перенос генов. Это, например, какая-то зверушка развила в себе какое-то интересное качество или свойство, или там орган, или еще чего-нибудь. Другая ее съела или не съела, но в конце концов так получилось, что они обменялись генным материалом, и другая зверушка смогла себе уже целый развитый
свойство, орган или какой-то механизм схватить целиком. И такие вот обмены на сегодня в эволюции – это, безусловно, скачок, вы понимаете, да? Развить какой-то механизм – это длительный процесс, а, что называется, съесть его целиком – это, безусловно, скачок. И на сегодня это, в общем-то, практически факт. На сегодня известно, и эволюционная теория оперирует такими понятиями, что разные это формы жизни, допустим, бактерии и так далее, они меняются своим генным материалом. Причем, насколько я понимаю, ученые с уверенностью говорят не про то, что у того и другого есть общий предок, из которого они развили такое же общее свойство. Нет. Именно о том, что кто-то его развил, кто-то его целиком поимел. То есть вот такой вот горизонтальный обмен генным материалом у нас происходит. На сегодня это как бы известный случай. Второй пример. Во время эволюции мы знаем времена, когда есть затишье, и есть время скачкообразный, бурный, очень быстрое развитие жизни, после которого может опять наступить затишье, а потом опять бурное развитие. То есть на сегодня, как бы то, что говорит Раф, это в общем-то больше в виде общих идей. Понятно, что Раф знает про эволюцию, на нее намекает, но общее его направление – это именно идеи развития из эволюции, а не сама научная правильность теории эволюции. Но вот тут оказалось, как бы, то, что Раф говорит на основании своих знаний, то, что называется, и к этому вот теория эволюции открыла уже после того, как Рафа с нами не стало, именно вот о скачках. И сегодня будет у нас речь вот про те самые скачки параллельно с эволюционным развитием. И я опять завершу тем, чем я начал. Я абсолютно не понимаю, как все эти очень интересные идеи имеют отношение к нашей статье. Ну, а теперь как это? Давайте приступим к тексту. Давайте проверим, в каком состоянии мой телефон, я его тоже выключу. Начнем немножко раньше. Вот отсюда. Именно в тот час. Так, еще одно важное. Ширель, огромное спасибо за переводы того, что у нас до сих, и за попытки перевести то, что у нас сейчас. Это все очень сложно и отнимает очень много усилий и физических, и ментальных, и моральных, и хотите. Так что огромное спасибо за все переводы и за поддержку нашего курса «Ширель». Без нее мы бы давно утонули. Итак, мы начинаем вот отсюда. И именно в тот час, когда человечество как минимум, опять, да, как минимум, обратите внимание на вот лишний оборот, который, в общем-то, нам намекает на то, что будет дальше. Как минимум считают, что постепенное развитие от глубины первозданного хаоса до высоты творения наиболее совершенного и возвышенного представляет собой цепь, чрезвычайно длинную в мироздании. Как мы сказали, теория эволюции, теория развития. И именно тогда прорывается и выходит наружу самый ясный свет требования идеала, охватывающих не только настоящее, но и будущее, наиболее высокое и светлое. И здесь есть также намек очередной на идею Рава, которую здесь он не раскрывает более широко, о том, что, по крайней мере, вот именно не в теории эволюции, а вот в теории развития и в теории идей, будущее тянет настоящее вперед. Мы становимся лучше, улучшаем наш мир, потому что мы верим в то, что есть и будет будущий мир, этот будущий мир нас тянет и притягивает к себе. Итак, а теперь наш текст. И поскольку великие тенденции, происходящие из обзора восхождения из низин прошлого, подтверждающие великие периоды к великому будущему,
тут можно сказать мяшрот, подтверждающий, да, это возможный перевод, возможно сказать от слова счастье, осчастлививающие периоды к великому будущему. Так, алеф шинраш – это также счастье. А также именно, вот именно подтверждение разрешения. Стало, и поскольку великие тенденции, протекающие из обзора восхождения из низин прошлого, подтверждающие великие периоды к великому будущему, стали основой жизни. Эрес Моток Цизгур говорит, то только сумасшедшим можно считать человека, устанавливающим границы, считая, что только такими размеренными шагами, которыми мы привыкли, исходя из нашего ограниченного опыта, приходит вечное устремление к своему назначению. Почему человек сумасшедший? Не потому, что он говорит, что вечные стремления приходят к своему назначению с помощью эволюционного развития. Абсолютно не поэтому. А потому что он говорит только таким путем, он ограничивает путь развития вечных божественных идеалов только путем эволюционного развития, вот тогда мы скажем, что он сумасшедший. В то время, как мы видим богатство и героизм, величие и славу, на самом деле повсюду. И напротив, великий дух возвращается к человеку, полному силы свободы. Мы не будем объединять наше восприятие, и наше сознание не будет заковано в кандалах. То есть Рав развивает идею, что только сумасшедшим будет человек, который скажет, что великие идеалы развиваются только эволюционным путем. И вот именно это мое подчеркивание очень важно, потому что Рав не спорит со всем, это мы увидим дальше из текста, с тем, что божественные дела развиваются эволюционно. Но отрицание возможности скачков, сосредоточение только на возможности эволюционного развития, это заковать свой дух в кандалы, это объединять наше восприятие. Да. Наши глаза видят, что все бесконечно велико. Закон эволюции бесконечно велик и бесконечен. И сила скачков революции бесконечно велика. Каждый раскрывается в соответствии с его потребностью завершить свою тенденцию. И божественные тенденции идеала. Я извиняюсь, что здесь получилась тавтология, но простите. Да? И божественные тенденции идеала раскрываются из всего сущего по самой наиполнейшей необходимости. И нет никакого препятствия ни на пути развития, ни на пути скачка. Да, то есть мы видим, который мы ощущаем последним в духовном пространстве, То есть последний это путь скачка. Вот здесь опять с окончаниями слов Google Translate плохо. Последний это Раф имеет в виду скачок. В духовном пространстве и в порядке жизни, особенно во времена мирового брожения. Когда есть брожение, мы больше ощущаем скачки. Резкие изменения, вся вот жизнь была какая-то налажена, и потом раз, все резко меняется. Да? То есть мы здесь видим, что Рав абсолютно не отрицает возможность развития мира и развития идей эволюционным способом. Что он да отрицает? Отрицание возможности развития мира также революционным путем. У нас есть два пути, и как это Всевышний их раскрывает по мере надобности. Сейчас нужна эволюция, будет эволюция. Сейчас нужна революция, будет революция. Да, то есть мы знаем, да, то есть какие-то накапливаются медленно, потом скачком прорываются.
То есть ни та, ни другая оскола, как это сказать, ни та, ни другое мировоззрение само по себе, но не полное. А полное, что мы даем место и тому, и другому. И будет очень низка в наших глазах, особенно сейчас в связи с расширением открытых наук, от величия реальности и богатства жизни в ней, тот аксиоматический указ, который гласит, что не существует пропусков реальности, похожий в своей слабости на все отрицательные постановления древних философий, в том, что они более обманчивы, чем их положительное постановление. Доказательство того, что мы не видели и не являются доказательством. Попробуем здесь немножко разобраться. Философии древней и философии еврейской есть отрицательные постановления и положительные. Пример положительных постановлений. Бог жив. Пример отрицательных постановлений. Бог жив. Я специально путаю, да? Это Рамбам говорит, что даже все положительные постановления, по сути, отрицательные. Что такое отрицательное постановление? Когда я говорю, что Бог жив, я не имею в виду, что Он жив, так как я знаю, что живая кошка моего соседа. Просто я хочу в воспитательных целях сказать, что это ближе к правде, чем сказать, что Бог мертв. Но на самом-то деле положительно я о Боге ничего не могу сказать. В том числе то, что он жив, я не могу сказать. И то, что он мудр, я не могу сказать. И то, что он всесилен, тоже не могу сказать. Но я это говорю чисто в воспитательных целях, с тем, что потому что это ближе к как бы, правильному восприятию, чем сказать, что Бог бессилен, чем Бог не жив, да, и так далее. Поэтому это у нас как бы получается, поэтому Рамбам, допустим, объясняет все наши положительные атрибуты Бога, что на самом деле это отрицательный атрибут. Да? Что атрибуты, они все отрицательные, они, что он не мертв, не бессилен и так далее. Да? Потому что мы не можем ему приписать ничего из атрибутов этого мира, из того, что мы знаем. Это отрицательное определение. И то же самое существует также в общей философии. По-моему, это вот Рав тут цитирует Ариста, если я ошибаюсь, на иврите. «Агурмимам ашмимим лои вишим вело лохим». Вот древняя философия считала, что небесные тела, они не влажные и не сухие. Да, тоже. Это такое вот отрицательное определение. И Рав тут на это отрицательное определение, он на них, в общем-то, отметает их, говорит. Они даже еще хуже получаются нам, чем положительное определение. Они рассыпаются в конце концов. Здесь более или менее у меня закончился перевод. Мой исправленный перевод Google Translate. Дальше остается тоже Google Translate. Но для Google Translate это вполне ничего. Для понимания текста это немножко плохо. Ну, мы попробуем еще продраться. Пока давайте до сих остановимся, как мы любим, сделаем немножко обсуждения и потом попытаемся прорваться дальше. Да, пожалуйста. Во-первых, давайте технически сперва. Как вам такой вот текст напротив текста? Как вам такое расположение самое? И как вам вообще вот идеи, которые Рав пытается нам здесь? То есть текст он действительно плохо понятный, но мне кажется, что здесь как-то с немножко подготовки все-таки можно продраться, и это нормально. Да, пожалуйста. Ну, мне кажется, можно даже вертикально расположить эту табличку. Тогда проще будет искать нужное место
там и там. Взял к сведению, попробую. Мне казалось, потому что и так нет места. Но тогда будет совсем уже газетный такой столбик тоненький. Но я попробую. Хорошо, тогда нам будет удобнее. Угу. Понял, хорошо. Просто тогда, мне кажется, меньше будут расползаться один текст от другого. А, нет, это я здесь специально, просто я русскому дал специально больше, пошире места, я говорю, то поменьше. А так, если у меня было больше времени, я просто бы сделал бы в еврейском тексте, там бы пропускал бы строчки там, где нужно. Здесь просто я специально сделал столбик неравной ширины, потому что русские слова, они гораздо более, больше букв занимают. Нет, это понятно, просто все равно, как бы, еврейский текст, он идет ниже, да, это значит, что строчки не совпадают одна с другой. Окей, так. Ну, да, неважно. Это совпадение строчек – это сложно, вот так вот, да. Причем, нет, они идут более-менее вот так вот, они идут более-менее вот почти ровненько. Но вот совпадение нужно уже, что называется, с микроскопом там смотреть. Окей, так. Ну, а так идея, в принципе, в том, что, ну, эволюция, но, возможно, и скачки. Это mm-hmm. нормально, как я понял. Mm-hmm. Именно так. И нам нужно и то, и другое. Да. То есть... Божественное. Все, оно охватывает все. То есть должно быть и развитие такого типа, и развитие такого типа. Угу, да. Хорошо. Окей, топ. Значит, давайте я попробую сейчас не читать текст, а пересказать. А потом уже будем читать текст. Если мы скажем, что в дополнение к эволюции у нас приходят скачки, революцию, то у нас будет серьезная проблема, принципиальная с этим. Мы хотим сказать, что... В мире в нашем нет дыр, нет ям, нет чего-то, что мы проскакиваем, чего мы пропускаем. Мы в конце концов хотим объять все. И это все мы хотим, чтобы это было сплошное, как бы, да. А когда мы говорим, что в мире есть революция, есть скачки, то получается, что мы какие-то ступеньки пропускаем. Это неправильно, это плохо, так быть не может. Равно это отвечает немножко, как это, замыкает на противоречие самого на себя. Если мы скажем, что в мире нет скачков там, где они нужны, то вот именно это и будет самое большое рвание мира. Самый большой скачок и самый большой, как бы, и дырка, и яма. То есть Раф относится к противоречию, но он его снимает как-то вот очень интересно, затыкая или пытаясь его заткнуть самого на себя. Если мы попытаемся сказать, что в мире какой-то этап пропущен, и насколько я понимаю, Рафа, это серьезное заявление, мы не можем такого сказать, то сама попытка выбросить скачок, революцию, там, где она уместна, там, где есть место, это само по себе будет самая большая яма, выемка, порвание, да, мировой материи. Давайте, да, с вашего позволения, я сперва это прочту на иврите, а потом уже на русском, и мы посмотрим. Вагзират вунит тумар ва битха неймана.
Шаколь есть бы мецеют. У мипнеше ошера гадольшера мецеют улех в орле фанейн. Коль маша нахо мусифим ля киро. Кышу и кане яхнису тану ли медазу лумар шрэнди лубу мецеют. Мипнеше эн шум мадрагаха сыра. Вен шум мавар нишма. Алькен במקום שהצורך של הגודל וההשלמה העולמית עדי עד מביא שמעבר הוא צריך שיהיה נשלם על ידי תכונה של דילוג. אם היה זה הצוויון חסר, רק אז היה הדילוג היותר חשוך ומוכחש נמצא במציאות. דילוג של קרע וירוס שאין בו איחוי ובניין, שזה אי אפשר באמת שיהיה נמצא לפי מידת העושר הגדול של הכל. המתגלה לעינינו באור מבהיק, הולך ומתרחב, הולך ואור. С вашего позволения, сейчас даже не буду смотреть на русский перевод, я пытаюсь перевести напрямую с иврита. Как это? Терпите, казаки, крепитесь. И действительно, и мудрость тогда скажет уверенно, что все есть в сущности, в мире. Потому что мировое богатство по мере нашего его познавания, он идет и возвышается, идет и расширяется. Если он нас заставит сказать, что действительно, что нет скачков в мироздании, потому что нет никакой ступеньки, которую мы можем пропустить, нет никакой пропущенного этапа, никакой пропущенной ступеньки. Поэтому в том месте, где у нас необходимость развития и роста, она требует и вечного роста, да, адеат, она требует, чтобы переход происходил с помощью прыжка. Если бы этого нам не доставало, там, где нужен прыжок, а мы говорим, нет прыжка, и прыжок бы отсутствовал, тогда это был бы самый большой, плохой, черный, неприятный действительно прыжок, прыжок, который рвет действительно и разрушает, и в котором нет соединения и постройки. Чего действительно невозможно, чтобы такого было в творении по его великому богатству. Которое открывается глазам всем. Чем дальше, тем больше. Теперь снова выбрать. Алькен. Олхима нахалим. Умитпальгим. Гамбешетов ткуматашер кнезет Исраэль. Амифатех. Амафтех актанашер полтерин ахуза бешаншерет агдула. Агдула. Шершем Ашем Элоим Агадоль, Шегадлеу Бешем Мифураш Бейме Эзра, Вукрюцебо Леколь Эт Пкида Ширитутудут Клалит Ле Исраэл. Мевер Мизе Кило Бахипазон Тецеу Бминуса Ло Телехун Ки Алох Лифне Ки Олех Лифне Ашем Мирасхехем Эло Исраэл. Мевер Мизе Кол Дудин Изе Ба Мидалега Ле Арим Гафеса Рагвалот. И потом
Его эн эйхало, адон ашер атем мивакшим, малах абрит ашер атем хафицим. Я начну переводить этот отрывок с конца. В конце Рав приводит два пасука. Один, который говорит о том, что все протекает потихонечку, эволюционно, а второй, что прыжками и революционно. И с одной стороны, во время выхода из Египта сказано, ки не в торопях вы будете выходить, и не в бегстве вы пойдете, потому что среди вас идет Всевышний. А впереди вас идет Всевышний, а сзади вас идет Бог Израиль. Да? Не в таком, как сказать, в таком в уважительном такой компании неприлично торопиться. А с другой стороны, у нас есть тоже стих из «Песни песни». Голос любимого он пришел, перепрыгивает через горы и перескакивает через холмы. Когда пришло время любви, голос любимого перескакивает и перепрыгивает. С одной стороны, теперь обратите внимание, оба стиха говорят про избавление. И равно в этом отрывке тоже говорит про избавление. Теперь давайте начнем переводить сначала. Так. Поэтому идут реки, потоки и разделяются. Также во время мощного потока восстановления Израиля, воскрешения Израиля. Маленький ключик от Великого Дворца, которая прикреплена большой цепочкой великого имени Бога, которого возвеличили его великим именем во время Эзры. И как, и так же, как во время Эзры, так же в каждое время, куда это в данном случае переводится как избавление, Геула. Куда это, когда... Много очень значений этого слова, в данном случае правильный перевод – это избавление Геула. Что? Выкуп. Выкуп. Да. Кидав, да, выкуп, да, но выкуп это Геула в данном смысле. О, да. Да. Это избавление. Восстановление, возвышение общности Израиля. С одной стороны, мы будем идти медленно, с другой стороны, будем идти быстро, будем перескакивать. Ну, наш отрывочек. Так, и тут еще один пасук, который мы пропустили. У питом его элейхало адона шератем ибакшим, у малаха брита шератем хафицим. И вдруг придет к своему, в свой храм, господин, которого вы просите, и ангел завета, которого вы хотите. Тут, мне кажется, ключевое слово «вдруг». Да? Тоже про скачок, тоже про революцию. Рав будет продолжать эту тему еще немножко. А теперь я хотел бы вместе с вами подумать, какое отношение, то есть мы видим, что это все относится как-то вообще, вот эти идеи именно эволюции, революции, каким-то образом
относится к избавлению Израиля. Это может быть связано с тем, что мы видели в конце прошлого урока, с чего мы начали этот урок. Именно в то четкое человеческое мнение считает, что постоянное развитие, постепенное развитие от глубины хаоса до высоты творения представляет собой цепь чрезвычайно длинного в мироздании, именно тогда прорывается и выходит наружу самый ясный свет требований идеалов, охватывающий не только настоящее, но и будущее, наиболее высокое и светлое. Здесь было про восстановление Израиля где-то. Что-то я пропустил тут. Нет, значит, это я промахнулся. А может быть и нет. Выходит на русском ясный свет требования идеала. Да? Требования идеала, как мы сказали, это у нас возможно только во времена восстановления Израиля. И это именно нам сейчас нужно, потому что человечество пришло к идее эволюции, пришло к идее постепенного развития. То есть, видимо, большую часть человеческой истории идея развития, она не была доминирующей. То есть была идея мессианская, тоже как-то от нас. Но она также воспринималась абсолютно не в виде постепенного развития, а скорее даже в виде «все плохо-плохо», вот это вот немножко христианского апокалипсиса. «Все плохо-плохо-плохо», потом «хуже-хуже-хуже», потом «совсем-совсем плохо», и вот тогда все хорошо. Да? Что-то такое. Когда будет там, у нас все плохо, и все будет еще совсем хуже, а вот когда будет уже совсем плохо, то тогда вот все будет хорошо. И эту идею сменила идея эволюционного развития. Раб говорит, молодцы, ребята, правильно, верной дорогой идете, товарищи. Только не нужно забывать действительно про скачки и про революцию, потому что это тоже часть развития, безусловно. И вот мы здесь как раз к концу нашего отрывка возвращаемся, что эта идея также выскакивает каждый раз, когда есть кида, да, избавление в Израиле. Как это связано, не до конца понимаю. Раз. Как эти идеи эволюции и революции связаны с темой нашей статьи, я не до конца понимаю. Два. И прошу вашей помощи. А что вы думаете? Ну, скачки, мне кажется, возникают, когда это вот как ребенка учат ходить, да, то есть Всевышний управляет творением в слиянии с ним до какого-то момента, когда он хочет, чтобы творение сделало шаг навстречу. И для того, чтобы творение сделало шаг навстречу, оно отпускает, да, и ждет этого шага. И вот этот шаг, то есть, собственно, тшува, да, возвращение творения по направлению к Творцу, оно, конечно, выглядит вот так вот криво, скачкообразно, так-то, возможно, с падениями, да, вот это вот, мне кажется, то, что называется здесь скачком, да, но как это сопоставить с эволюцией, я не знаю. Нет, если так сопоставить с эволюцией, очень хорошо, потому что до скачка его нужно держать за руку. Нужно потихонечку продвигаться. А когда он уже готов, его можно отпустить. Это периоды, тогда это именно... Нет, сопоставление, по вашему объяснению, очень хорошее. Потому что это периоды чередующиеся. Я не могу, чтобы были только скачки или только эволюция. А когда это чередуется, это будет очень хорошо. То есть скачки происходят тогда, когда Творец отпускает свою руку и ждет ответа творения. Чтобы оно само сделало шаг. Можно сказать так. Очень хорошо. Очень хорошее объяснение. Очень хорошо. Ну, если посмотреть контекст вот этой цитаты из Шир-а-Ширим, да, то там как раз вот возлюбленный спит, да, и он там скачет, заглядывает через решетку, говорит там, встань, красивая. То есть вот как раз такое подначивание, да, вот ожидание какого-то движения навстречу. Хорошо. И вот общее, не до конца понятное мне здесь фон, как бы это все-таки избавление Израиля
Я не до конца понимаю, какая связь. Начали мы с требований идеалов, это однозначный намек на избавление Израиля. Здесь мы говорим про время Израиля, когда мы вернулись в землю Израиля. И однозначный намек на наше время. И кажется, всем этим связь мне не до конца понятна. Но вот что-то явно-то что-то есть. Очень явно. Ну и как это сопоставляется с вот этой цитатой, что не поспешно выйдете, да, что сказано как раз о последнем избавлении, которое должно происходить постепенно, в отличие от поспешного выхода из Египта. Наоборот, это цитата о... Секундочку, не, может быть, я не прав. Полминуты. О, вы правы, и теперь я объясню. Да, это говорится про последнее избавление, которое будет не как выход из Египта быстрый, а медленный. А с другой стороны, мы привели, тут же Рав привел целых два стиха о том, что это будет быстро. А как же это будет? Избавление будет как дьявольским клубком медленных и быстрых этапов, иногда одновременно даже. Будет и медленно. Что значит медленно? Естественно, природно, без явных чудес. И с другой стороны будут такие вот огромные великие скачки. То есть это все вот вместе, то, что мы видим сегодня, что это нужно очки протереть и смотреть. Это происходит сегодня и медленно, и быстро одновременно. Потому что во время выхода из Египта были явные чудеса. То есть мы ломали природу. А на выходе сейчас мы уже пошли мимо Тева. Мы миримся с природой, мы не ругаемся с ней, поэтому нет явных чудес, мы выходим естественно. С одной стороны. И с другой стороны, безусловно, этот же выход, он со скачками, с очень большими прыжками, нужно немножко, так сказать, подумать, где это, указать на них, но мне кажется, это не очень сложно, это все видно. Избавление сейчас, оно вот именно как это, ухватило эту палку с двух концов. И естественное природное избавление, и революционное изменение. Посмотрите, что сегодня происходит вообще со всем миром. Сегодня революция и развитие технологий, и развитие идеи, развития обществ, сообществ, всего-всего, очень быстрыми скачками все происходит, с одной стороны, а с другой стороны, без обломов, без разломов, все естественно, да, то есть все, спасибо за поправку, потому что мне почему-то казалось, что первый стих говорит про выход из Египта, это ошибка, он, безусловно, не говорит про выход из Египта, это совсем из другого места, он говорит про будущее, то есть настоящее наше избавление, которое будет сейчас, и что оно будет без явных чудес. Это то, что мы видим. Но скачков здесь тоже предостаточно. Отлично. Большое спасибо. Но все равно мне еще непонятно, как это все... Это видимо связано так, что мы не можем себе представить избавление только эволюционным. Нужно привыкнуть к тому, что одновременно с тем, что избавление, оно эволюционное, но также революционное. Избавление нам нужно именно для того, чтобы вот это вот требование высших идеалов и их развития воплотить в жизнь. О, а вот теперь мы связали. И еще раз, Андрей, огромное спасибо, вы на каждом уроке мне очень помогаете. Так, давайте я включу сейчас текст. И кто-то еще что-то хочет сказать? Если нет, то еще какие-то давайте заключительные слова, и тогда мы закончим. Ну что ж, я очень доволен, потому что с вашей помощью у меня таки получилось пробиться, потому что это было у меня во все времена, когда я изучал этот текст. Был не до конца понятый отрывок, то есть идея отрывка понятна, мы говорим про эволюцию, революцию, а зачем он сюда, что называется, впихан, мне было совсем не ясно, и огромное спасибо.
Тогда будем прощаться. До следующей встречи. Сейчас у нас вот как раз был пост про выпостились о разрушении храма. И как раз у нас так получился сегодняшний урок про восстановление храма. Так что это все вот то самое естественное божественное провидение. И всем еще раз большое спасибо, как вот самое, у нас говорят мудрецы, от моих учеников я выучил больше, чем от всех. Огромное всем спасибо. И до следующей встречи. Спасибо, Натан. До свидания. Спасибо.